Здравствуйте. Сегодня я хочу вам продемонстрировать партию с чесс-планеты, с сайта чесс-планеты. Это адванс-партия, заочные шахматы. Я играл черным цветом против ника Iron Mask и победил. Давайте посмотрим партию. D4, D6. Черные отказываются играть ферзевый гамбит. Поэтому белый переходит на игру. Игра переходит на рельсы перца Уфимцева. Итак, последовало. Е4, конь f6, конь c3, g6, f3, слон g7, слон c4, рокировка, конь gd2, c6, d5, b5. Резкий ход для того, чтобы прояснить расположение слона c4. Слон b3, a5. Идет охота за слоном. a4, b4. Теперь нападение на коня. Конь уходит на А2, но это поле совсем слабое для коня. Может быть, все-таки стоило вернуться на Б1. Но тем не менее. Итак, что последовало дальше? СД, ЕД, конь А6, конь Ф4, ферзь Б6, не давая делать рокировку белым, С3. Ладья b8, cb, конь b4, конь b4, ферзь b4, шах, слон d2 и черные выигрывают фигуру. Ферзь бьет b3. Итак, где же произошла ошибка у белых? Но после хода ферзь b6 позиция белых проигранная, так как они не успели начать ни атаку, не сделали ни рокировку. Наверное, следовало играть как-то что-то вроде ферзь Е2. И слон Е3. Но, тем не менее, позиция в любом случае тяжелая. И заканчивать развитие надо было. Но решили сыграть белые вот в таком авантюрном стиле. И поплатились за это. Итак, что же было после того, как они остались без фигуры? Сопротивление длилось недолго. Слон c3. Слон h6, конь e2, конь бьет d5, конь d4, ладья b6, слон бьет a5, ладья бьет b2, рокировка, наконец, на 22-м ходу белый делает рокировку, слон e3 шах, но делая рокировку, они лишаются еще одной фигуры, король h1. Слон бьет d4, ладья f на d1. Они вот рассчитывали здесь, наверное, на связке отыграть фигуру одну. Но последовал ход простой d5. Слон c7. Конь c7. Зевнули еще одну фигуру. И сдались. Вот такая партия получилась. Все, всем спасибо.